Полицейских в бегах. Прокуратура Киева объявила в розыск патрульного, который массово грабил людей на столичном вокзале. 27-летнего лейтенанта и 4 его коллег поймали на горячем еще в сентябре. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – домашний арест. Однако, несмотря на неоднократные вызовы, полицейский в прокуратуру не являлся. По адресу прописки его тоже не нашли. В связи с этим патрульного объявили в розыск и уже получили разрешение суда на его задержание.